воскресенье в Самарской области ясно и малооблачно. Местами пройдет небольшой дождь. Днем 26-28, тепла ночью плюс 17, плюс 19. Ветер северный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облака и небольшой дождь. Днем плюс 27, ночью 18 выше 0. Северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти ясно, утром возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26, ночью 19 с плюсом. Ветер северный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 26 градусов, ночью 18 выше 0. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35%. Геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.